Я надеюсь, вы подписались на мой канал. А сейчас я хочу ответить на ряд вопросов, которые часто задают эти невротики, люди, страдающие от панических атак, от дереализации, от деперсонализации, от того, что они неадекватны в этом реальном мире. От того, что их внутренний мир, а вы посмотрите, что я говорю в роликах о внутреннем мире, заполнен лягушками, крокатицами и какими-то тараканами. И они не могут справиться со своим внутренним миром, в котором и нарушена экология. И так вот такие они задают вопросы. Один из самых главных вопросов. Как избавиться от этого? Как избавиться от лягушек, от тараканов? Как избавиться от навязчивостей? Но прежде всего избавиться от чего? От вашего запущенного мозга, от вашего запущенного внутреннего мира, что его ложкой вычерпать и выбросить? Конечно, есть способы таблетки. Люди пьют таблетки, немножко эти дустом посыпаются тараканы, и человек ходит и уже становится спокойным. Так вот, я говорю о спокойном. Многие психотерапевты, кроме таблеток, а таблетки иногда нужно, особенно в запущенных случаях, говорят: успокойтесь, медитация, летайте, я бабочка. Да нет, у вас вот это состояние от нехватки эмоционального, коммуникативного взаимодействия с людьми, от эмоциональной чумы внутри вас самих. И вы еще успокойтесь. Вот я выпил таблеточку, вот здесь я помедитировал, мне стало спокойненько, и меня тараканы не беспокоят. Нет. Так не избавляются. Покойники не потеют. И у них нет психосоматических реакций. Мы же с вами занимаемся не избавлением, а научением иначе жить. Поэтому ко мне с вопросами: Юрий Николаевич, как от этого избавиться? Глупый. Ко мне с вопросами так: Юрий Николаевич, мне надоело жить в этом моем внутреннем мире, где вот квакают, чавкают и воняют. Я хочу, чтобы вы помогли мне изменить, помогли вам изменить экологию внутреннего мира. И я знаю способы, как изменить экологию внутреннего мира. И вы тогда заходите в мой, ну, условно говоря, психологический фитнес и занимаетесь. Значит, поняли? Не избавляемся, а меняем внутренний мир. Это ответ на один из первых вопросов. Второй вопрос часто задают. Юрий Николаевич, а какая гарантия, что все это можно исправить? А я его спрашиваю: ты пришел в фитнес-зал, слабенький, убогенький, присел на скамеечку, тренер ему говорит: дружочек, вот здесь вот немножечко по дорожке побегаем, потом вот здесь вот ножку поднимем, здесь вот ручку поднимем, недельку так поделаем, следующую недельку увеличим нагрузки, потом мы перейдем к другим этим приборам. Он говорит, сидит и продолжает: да, все хорошо, а вот сделайте так, чтобы мне было совсем все хорошо. Да подними задницу, иди на дорожку. И он побегает немножко, 5 минут, и говорит: все больно, все болит, все устал. И на завтра не приходит в этот спортзал. Так и у нас. Психологический фитнес. Я вас не нянчу. Я вам помогаю менять внутренний мир. Вы смотрите ролики, вы поймете, как я вам помогаю. И там, конечно, даже проще, чем на беговой дорожке. Но тоже приходится преодолевать себя. Значит, гарантия в вас самих. Система упражнений, а вы на них посмотрите, позволяет вам изменить экологию внутреннего мира и стать адекватным
этом мире. И третий вопрос задают. Юрий Николаевич, а есть те люди, которые избавились? Значит, у него есть, будет гарантия, что он избавится. А вы просто посмотрите, о чем я говорю. Вы посмотрите, что мы меняем, как мы меняем. Задумайтесь над этим. Вы хотите поговорить на тему, как избавиться? Или хотите избавиться, стать другим? Да, вон люди спортом занимаются, на лыжах бегают, сейчас зима. И что вы с ними поговорите? И вообще, в моей методике первое, что нужно отвернуться от себе подобных, с формов уйти и заниматься. Вы пришли в этот фитнес-зал психологический. Вы смотрите на тех, у кого успехи есть. Общайтесь с этими людьми. Да, и у вас и мотивация появится. И через преодоление вы получите радость, удовольствие, жизни. Вот эти три главных вопроса мне задают. В других роликах я на другие вопросы вам отвечу. А вот в этом ролике на три главных. Смотрите мой канал, подписывайтесь на мои ролики. Регулярно, я ежедневно добавляю ролики на канал.